Сегодня 12 апреля, и я начала высаживать томаты. У нас ночами плюс 3, плюс 4, минуса не предвидится. Днем тепло. Вот такие томаты в пакетах из-под хлеба, хлебных пакетиках. Вот. В лунке у меня птичье перо из подушек. И горчица вот эта, которая растет по бокам. И больше ничего. Земля с осени была хорошо заправлена. Вот уже два томатика высадила. Глубоко я не заглубляю. Вот так кладу на бочок и присыпаю.